И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Crystallize, все так же с Extinction Core. И сегодня мы пойдем на Фенрирчике. Да, просто побегаем, поубиваем мобов. Надеюсь, без проблем. ХП все-таки дофига, я думаю, выживем. Ice Slash, по-простому мороженка. На Фенрирчика точно так же работает. Она работает вроде бы даже на меня. Но у меня такая ускорялка, что... Ну, то есть прокачка скорости, что я даже этого не замечаю. Работает, не работает. Вот, то есть вот скорость передвижения. Так что, ну... Вроде бы работает. То есть вот я тоже под ней. А, ну да. Носится что торпеда. Да, то есть он не сразу, на ускорение потихонечку и ускоряется. Так, давай забираем Фенрира и пойдем в пустыню. Почему в пустыню? Там у нас идет... Да, я еще телепорты до сих пор не сделал. Электронику надо забабахать и сделать уже телепорты. Я вообще несколько дней не играл, и это как бы не до этого было. Ну, наконец-то стал выкладывать видосы. Сегодня выйдет уже второй. В общем, ага, вот, и сбросился у него. Вот это я, конечно, могу. У него аж в инвентаре осталось. Ну, кстати, сразу заметно, да, насколько разница в скорости. Так. Не переживай, я вернусь. Вроде диких никого нету. Ну, агрессивных. Сундучок выпал-то. С ресурсами. В общем, что? Электронику я так и не сделал. А болтус. Телепорты я так еще не сделал. Возвращаться приходится своими двоими. Но одно хорошо. Теперь я хотя бы могу с ускорялочкой это делать. Это уже хорошо. Кстати, интересно, а если в него закинуть, я летать буду быстрее или нет? Надо проверить. Ну-ка, видите разницу? Вот и я вроде бы не вижу разницу. Ну, кто ж его знает, может она и есть. Вот. Так что, пофигу на это дело. На нафиг. Да. И нужно сюда закинуть, во-первых, тебя. Во-вторых, вот так. Отлично. Уже должно быть лучше. Ну и сразу же... Ой, не ты. Отлично. Вот, и сразу же идем... Вот сюда. Здесь, во-первых, у нас имеется агрессивный динозавр, а во-вторых, вот, на чем я хочу проверить. Вроде бы они что-то накидывают плохое. Оу! Добрый вечер. А, это ты их вызываешь? Опа, чё? Оглушил? Ах ты, собака! Так, вот про этот я и забыл. Он оглушает. Эй, давай, взлетай! Ой-ой-ой! Вот! Я про вот это-то и забыл. Что он оглушает. Так, отлично, живем. Фух, так, ладно, успокоиться и на паузу. Если что, я сейчас вот на паузе сижу, думаю, что лучше сделать. Вообще, теоретически, то есть пока я... есть возможность подбежать и прожать бутылечек, ну то есть хилку, то есть у меня есть время подумать, время каким-нибудь действием. Но единственное, что я сейчас могу сделать, это попытаться его застроить. Застроить так, какие-нибудь ворота. Ворота нужно еще сделать. И вот тут, короче, да, такая проблемка пока что. Ресурсы, вот все, что вы сейчас видите, вот здесь что вокруг, вот эти мои ресурсы. Я не могу сгонять на базу. Я не могу телепортироваться. Нужно срочно делать телепорт. Вот это, короче, я вообще могу.
Старпор. Я забыл. Я еще, знаешь, подумал. Они вроде бы оглушение накидывают. Но я забыл, что они так сильно накидывают. Ладно, сейчас подумаем, что сделать. Одно хорошо, дудошки исчезли. А другое... Это урон не наносит. Прикинь? Она просто не наносит урон. Да, единственное, что я сейчас могу вот сюда подойти. Вот так вот успеть прожать и... Оу, тихо. И это, короче, какое-то безумие. Это прям какое-то безумие. О, добрый вечер. О, добрый вечер. Там дудоки появились. Я их слышал. Козлы. О. Давай. За мной, дебил. Давай. Это единственное сейчас спасение, которое может быть. Все, он вроде бы отыгрался. Отлично. Так. Отлично. Там еще добрый вечер, он ходит. Это вот к слову о том, что если кто-то случайно там вот за предыдущий видос там написал. Я как бы еще не знаю, что там, как там, кто писал. Кто там писал, что не писал. Второй видос только сегодня выйдет, первый видос только вышел. Суть в чем? Кто-нибудь мог написать: «Ой, типа Фенрир, какого фига, у тебя не должен быть Фенрир?» Если что, Альфа-Чей я могу и сам завалить. К слову, Альфа-Чей могу сам завалить, сами видели. То есть дробаш, твари, чудеса, вообще прям изи-бризи. И все. И это реально все. Да ёб твою штангу. Ну, я так скажу. С голой жопой, но с целым Фенриром мы смогли вырваться отсюда. Чтобы еще раз на скелетон наформался, это ну и нафиг. Да, это, конечно, веселье еще то. Но, одно могу сказать. Фенрир живой, и это хорошо. Траймонов, да, я могу завалить. Альфа-Чей могу завалить. Ну, я их могу и с винтовки завалить. То есть Фенрир на этих модов, мой Фенрир на этих модов, постолько-поскольку, без шуток, он постолько-поскольку, потому что, то есть он, да, он урона вносит много, но торпор, модовский дин, очень много торпора вносит. Поэтому чё, бежим на базу, восстанавливаем его, ну, точнее, пробуждаем, и будем думать, что делать дальше. Я бы на самом деле, наверное, бы развивал дальше моды, но что-то, короче, как-то в моих планах этого не было. Моя башка очень тупая сейчас. Давай, чувак, не очкуй. Ты на базе, все будет хорошо. Кстати, он меня не оглушил просто из-за того, что у меня стойкость была хорошая, как я понял. Ёб твою рану, просто все шмотки поперломал меня. То есть просто реально тупо из-за этого он мне это как бы меня не оглушил. Вот все легко и просто. Здесь у меня, по идее, должен быть стимулятор. Он лутался, да, стимулятор есть, отлично. Так что да. Это вот, собственно, самое читерное у меня, это только этот. Господи. Только мои статы. Вот это самое читерное. Что здесь есть? Опять вроде бы тоже оглушение убирает. Но это не точно. Самое что смешное, у меня же в моде есть вот такая штука. И я что-то про нее забыл. Зато стимулятор уже сколько скормил сюда. Дай боже. Ну, в общем, теперь все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут шмоточки починил. И электронику собрался делать. Да, надо электронику делать. Чтобы, если что, телепортировать. Вот, кстати, интересно. А если будет... оглушенный Динос.
Просто здесь быстрее электроника делается, чем там. Если будет оглушенный Дидос, я его могу телепортировать к себе или нет? Мне теперь даже интересно. Хотя попробовать что-то не сильно охота. Так, ну ладно. Я все-таки решил же побегать в этой серии. Так, чтобы в этой серии побегал. Единственное, что... Ну, кстати, это прикольно, то, что он урон вообще не получает, пока сидит на тебе, как говорится, на плече. Это очень хорошо в этом плане. В общем, да, в этот раз я решил немножечко подготовиться, сама малость. Теперь-то я вспомнил, что такая штука у меня есть, поэтому почему бы и нет. Ну и, собственно, давайте погоняем, попробуем поискать альфачей, праймачей, всяких вот этих вот и все. И пофармим немножечко уже тогда ресурсы. Как видите, вот простые ресурсы фармятся легко. Это тебе не нужно с дробашом убивать. То есть, как бы это все быстрее. Но, как вы помните, дробаш у меня добылся довольно-таки быстро. О, мелкий дилофазаврик. Патроны здесь постоянно лутаются. То есть, вообще, скажем так, убивать альфачей и прайма я мог еще до того, как у меня появился Фенрир. Так что это... О, не, у меня теперь мощный Дино. Не, нифига не мощный. Да. С модом это очень далеко не мощный Дино. О, кстати, интересно, а где он? Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы не хотелось бы плыть, кто бы знал. Медленно плавает просто. Поэтому не хотелось бы плыть, но куда деваться. По крайней мере, с бустом скорости от мороженки он летает быстро. Ну, точнее, прыгает далеко. Уху, это еще дальше. Окей. Но я хочу теперь туда сгонять. Мне интересно, что там в красном луче, но такое ощущение, что там будет какая-нибудь фигня. Я прям уже так привык, что в красных лучах всякая фигня. Но это не отменяет моего любопытства. Тем более, что здесь могут всякие трайбманы быть. В легкую. И не только трайбманы. Всякие альфачи тоже могут быть. О, а тут уже что-то поинтереснее. Это не тот стандартный красный луч, это нормальный красный луч. Не, перчатка, конечно, хуже. Вот шапка, конечно, лучше. То, что она, во-первых, металл, во-вторых, она брони больше. И прочности, что немаловажно. Как видели, раздели меня очень быстро. Седатив. Детокс. Кстати, вот он, детокс. Тоже. Не то. Но тоже все для него. О, кстати, кристаллов. У меня же кристаллов нет. Надо не забыть их подлутать. Обязательно. Включаем дальний свет. И уже все намного лучше. Кстати, да, блин, я не знаю, что за фигня была. Но в первой серии это было какие-то пролаги, фрезы прямо на самой записи. На остальных вроде бы я такого не заметил. Надеюсь, что в целом проблем... Причем ничего не менял. И кодек для монтажа, ой, ну сейчас это было прогруз, вот, и кодек для монтажа не менялся, и кодек для съемки, ну вообще ничего не менялось. Изменилось только, а что изменилось-то? А только видеокарта-то поменялась. Ну и микрофон, бог с ним, микрофон вообще ни на что не влияет. О, вот ты где! Да, помню, как ты меня гонял в самом начале. Ты-то не помнишь, а я-то помню. Так. Отличненько. Немножечко ресурсов. Экзокибл. Сапфир. Уже не эмеральд. Так. Вот на этом озерце должны быть уже трайбманы тусить. По идее.
Почему трайбаны мне нужны? Ну, с них можно что-нибудь интересное подлутать. Так, ты какой? Yellow. А, отлично. Yellow. О, фигня. Фигня. Прям сходу с лёду. Вот. Киблачи. Киблачи. К примеру, слушай, киблачи. Так, иди в жопу. Киблачи. Здесь где-то летал альфа-птерчик. А сколько на него нужно киблов? И вот опять-таки же надо проверить, нужны обязательно, как вот раньше, кибла дудо и все в таком духе, или реально по цвету будет достаточно. Вот это бы желательно проверить. Такс. Нет, он где-то не здесь летал. О! А где? О, вон. Вон где твоя хозяйка. Да. Замочили. А, о, сундучок. Ну, допустим. Киблы лишними не бывает. О, еще. Это хорошо. Теперь мне точно уже хватит киблосиков для этого дела. Так, наверное... Ну, хотя что, пускай будет так, как будет. Все равно нужно все это дело сортировать. Обычный саркозух. Обычная виверна. Но она мне ни к чему. Так, он где-то я его видел, вот здесь вот летал. Да, я сейчас только задумался, я же могу это ввести в поисковике. Благо мод стоит. Так, единственное что, правильно, надо осмотреться. А то вдруг, мало ли что, где кто. Так, альфа... Питеронодон. Питеронодон. Вот. Это он и есть. Значит, я примерно плюс-минус правильно горцевал. Только как его нужно оглушить? Ой, томить. Оглушить или ручками кормить? Зачем мне альфа-птер? Ну, во-первых, это альфа, а во-вторых, это птер. Так. О, пассив. Пассив. Окей. Так, сколько нужно? О, три корма. В смысле? Интересно. Написано. Томление пассив. А, может он из-за этих вот и испугался. Так, подожди, я видел, вот. Я видел уже флажки. Так, какая сволочь стреляла? О, как вас тут много, добрый вечер. Так. Может, это они его сагрили. Кто ж его знает. Лично еще киблосиков. И еще киблосиков. Так, 6 киблосиков, а это... Ага, понятно, это другие киблосики были. Так, сумочек не вижу. Отлично. Ну, давай проверим. Ну, для начала. Рыбачок замочить бы. Ну, какие они жирненькие. Так, ну, тут без вариантов. Надо ждать, пока приземлиться. Это понятное дело. Чтобы хотя бы проверить, пассивка, не пассивка. Да, можно видос посмотреть, но, камон. Мод уже так настолько раз изменился, я думаю, что много чего могло измениться. К примеру, когда я в последний раз играл, если не ошибаюсь, то или аберрации еще не было, или мобов с аберрацией не ввели. То есть вот настолько все было непонятно. Так, так, ладно, братан, стой здесь, подожди. Давай тебя на нетрогку поставим. Угу. Уи, я ж могу летать. Зачем мне ждать, пока он приземлится, если я могу летать? Давай попробуем к тебе подлететь.
Ну, ты скоростная скотина, конечно, да. Слов просто нету. Ага, нет, это он от меня ныкается. Так, значит, что? Правильно, надо попробовать этот. Торпорчик понакидали. Надо попробовать сет маскировочный надеть. Вот я тупой. Я же электронику-то сделал. А что я телепорт дома не поставил? И пульт не взял с собой. Вот я тупой. Ну, я могу. Окей. Благо, недалеко убежали. Недалеко же. Ну да. Где-то вот там мой остров. В общем, да, недалеко. Это хорошо. Так и плыть придется. Уйди отсюда, нафиг, мешаешься. Я только сейчас заметил, какое седло мне выпало. Седло на гиганотозавр. Но с броней 592. Ты, конечно, неплохо. Это с красного луча вроде бы было. Так, ну что, я готов. На всякий случай взял винтовку. Дротики. Так, единственное, что опиат на альфаче не работает, нужно брать седатив. Опиат. Да. Не работает на альфаче и сильных существ, типа. У меня теперь есть телепорт. Все, огонь. То есть я вот могу хоп и телепортироваться. Единственное, что нужно будет пожарить этот жареное мясо первосортное. Сделать жареное первосортное мясо и уже в динусов раскидать, чтобы я их мог всегда призвать к себе. Так сказать, дополнительная защита. Тлеющая виверна. А чё ты здесь такого большого лавла делаешь? И тлеющая. Это случаем не та, которую я оттуда сюда притащил, но до сих пор здесь тусует. Возможно. Возможно. То, что тебя знает. В любом случае, мне на тебя сейчас пофигу. Мне сейчас нужно... другой. Ах ты ж... японский бог. Шмотки-то забыл переодеть. Но как минимум хорошо, хоть телепорт есть. Ах ты ж ублюдок мелкий. Там был ублюдок, короче, там был мелкий. Он просто в последнюю секунду нападает и тырит у меня все киблы. А киблы лежали в последнем слоте. Теперь у меня просто дело чести найти эту тварь и застрелить. Там киблов вряд ли будут. Вот ты что ли был? Там такие киблы точно вряд ли будут. Почему? Потому что он их сожрал уже. Но завалить тварь надо. Блин, это мне сейчас надо будет обязательно еще по этим пройтись и еще раз поискать. Пигмастакс и по дистанции. Авось какого-нибудь, что-нибудь да найдется. Ладно, побегаем что-то. Это был он. Почему я это понял? Я ж забыл, когда они что-то у тебя сжирают, они начинают томиться. И вот у этого была надпись «Томление». Это во-первых, во-вторых, видите, посмотрите в инвентарь. А в инвентаре ничего нету. Ну, естественно, он все сожрал. Гнида. Одним словом. Гнида. Редкостная. Ладно. Кстати, заодно и попробуем сейчас... Ой, яркость надо убрать. Заодно попробуем сейчас этот... Да ёб вашу ж... Мать! Ух уж это ПВЕ. Заодно попробуем сейчас просто белый кибл взять. И им, типа, проканает, не проканает. Почему бы и нет. Комсогната. Допустим. Ну, че-то мне подсказывает, что нет. Надо, наверное, все-таки
страйменов этих поискать. Что-то не хочу я на аптерчике еще и такого большого левела как-то пробовать экспериментировать. Два, три, четыре, и у меня не хватает перчаток, да? Да. И не хватает перчаток только единственное. Ну вот. Отлично, так уже лучше. Единственное, что... Наверное, лучше... Ага, наверное, лучше. А как я буду летать? Не, братан, ты со мной. Ой, ладно, все. Вот теперь точно погнали обратно. Благо, можно добраться побыстрее. Так, допустим. Ставим кибл в последний слот. И пробуем добежать. Угу, все-таки в воздухе. Я надеялся, что не в воздухе. Но давай попробуем хотя бы подлететь. Испугается, не испугается? Да твою мать, да ты что ж такой быстро-то, а? Смотри. Угу. Испугался, но я смог подбежать уже близко. Единственное, что я могу сказать по этому поводу... Нужно ждать. Нужно ждать, пока он приземлится... И пробовать к нему подбежать. Я просто... Вот меня смущает эта надпись, что это пассивное приручение. Ну, здорово. Так. Киблы есть? А если найду? Киблы есть, да не тем. Так. Вот они, ластики торчат. Тоже киблы есть, да не те. Где третий? Отлично. Мне надо желтых мочить, чтобы киблы белые были. Ну ладно. Эти киблы тоже киблы, как ни крути. Сколько в тебе торпоров? 21 тысяча. Интересно, ну болос-то вряд ли тебя схватит. Или уж посмотреть старые видосики. Может, что-нибудь, какая-нибудь там информация все-таки будет. И главное не спугнуть его так, что он побежит совсем в другую сторону. Куда-нибудь еще большую, худшую сторону, скажем так, чем сейчас. А то вот так зависнет в воздухе козел и летает. Ладно. Пока просто понаблюдаем. И подождем. Что-то типа... Бури. Кровавые бури. Да твою мать. Нет? Он сразу же, то есть вот он просто сюда приземлился и сразу же сиганул в небытие. Ну смотри. Так. Окей. Он меня достал. Красава, охраняй. Так. Киблы. Угу. Приручение пошло. Приручение пошло. Давай закидываем седатив. Приручение пошло, да не так, как мне нужно. Сами видите, да? Приручение пошло, как обычным местом. То есть вот даже вот такой кибл засуну, суть будет то же самое. Угу. Окей. Это не тот эффект, который я хотел добиться. Ну ладно. Поищем трайбманов. И будем уже... О! Ну, извини, там... Случайность. И поищем киблы. Потому что здесь явно ничего нету. Трайманы. Мне нужны желтые трайманы. Ну, кстати, это пробудить. Что ли? А у меня есть чем? А у меня нет чем. Блин. Так, сгонял на базу. Хоп.
Ну, просто чтобы его... Здесь он будет валяться, его кто-нибудь заспавнится и завалит. Мне это не надо, все-таки 145-й. Погнали поищем Yellow Tribunov. Ну, и отлично. С первого же трупа то, что нужно. Так, что у нас здесь? Еще лучше. Я спас тебя, беги! Хотя там дилки тусуются, так что не факт, что я тебя спас. Так, а ты? Угу, паразавра. Тоже неплохо, разнообразие нужно. Ладно, спасу тебя на будущее. Эй, дурные! Так, что в итоге дальше? Ну, дальше снова птер. Снова птер, снова альфа, и все в таком духе. Ну и, кстати, да, посмотрел я видосик. Ну, просто первый побавшись. Альфа Птер, типа вот это все дела. Да, он через оглушение томится. Единственное, что у чувака там не было вот такого-то безумной винтовки. И он загонял его в ловушку. Что как бы логично. Да я стреляю. Вот. Но. Приземляйся. Ну, через оглушение, это факт. Оп. Прокатился? Красава. А, так ты что-то? Хавать ты и не хочешь. Ну вот, отлично. Да, вот, собственно, наглядный пример. Есть написано яйцо Дудо. Именно яйцо Дудо. Это, как говорится, уснили раз и навсегда. Так, горцуем домой. Вообще, я собирался делать видос другим. Но, сами понимаете, тут, короче, без вариантов получилось. Получилось без вариантов. Ну, типа, камон. Я думал, я побегу, поддамажу, а тут просто бах-бах-бах, и он меня сразу же оглушает. Что поделаешь? Не знаю. А, где? О, эмеральд есть, и это. Вот это я понимаю. И ресурсы все, что нужно, есть. Кожа, хитин и, что самое главное, эмеральд. Я помню, как-то, да, обычно у меня вот этого всего нету, я умудрялся быстрее его томить. Но тут, сами понимаете, я то одно, то второе, то третье, и, в общем, туда-сюда-сюда-туда, и все, короче. И вот у меня уже и ресурсы есть. Кстати, да, холодос, хорошо. Но нужно сделать сортировку. А, для этого для дома бы построить для начала. Полетели. Да, летает он однозначно быстрее, чем любой другой птер. Он может вот так вот в воздухе зависнуть, то есть я сейчас ничего не жму, то есть вот хоп, и он сразу же остановился. То есть он по инерции не летит. С оглушением, конечно, у него все так же фигово, но это уже альфа-птер. Давай посмотрим у него какой стандартный урон. Единственное, что... Вот, так уже намного лучше. О, синий лучик. Ну, допустим. Да, в поворот он входит очень, очень туго. Входит в поворот. То есть у него прям радиус очень огромный. Как бы не сказать хуже. То есть прям вот очень огромный радиус. Нужно как бы повнимательнее. Так, ладно, давай посмотрим урон. Урон вообще никакой. И по сути это просто скоростной, очень скоростной летун. По сути, если притомил Yellow Tribe, а точнее убил Yellow Tribe, залутал там додошек, то сразу, ну, то есть кибл додошек, то сразу же бежишь и томишь. Прям летун однозначно очень скоростной, плюс можно еще и скорость ему прокачать. Давай немножечко выносливость, тебе она точно не повредит. Так, ну и давай посмотрим урон. Ага, интересно. Так, нет, давай одинаковых динам мочить. А, ну и тем более это была бочка.
322. Так, 322. Урон. Так, во-первых, надо вот эту убрать уже. Меня она просто бесит. Так, и... Опять удалил. Ты тварина, а? Ну, блин, ну что поделаешь? Мне нужно потестить урон. Да твою мать, а? Тоже нашел на ком тестить. Так, погоди. А, давай другое. Давай другое. Маскопс. 367. Да бляха-муха. В общем, урон такой себе. Что и требовалось доказать. Скорость куда важнее и нужнее. Тем более, что в основном он и нужен только для вот, полетов. Да, теперь это основной летунчик. Как ни крути. А, броня нормально. Все остальное нормально. Опять, конечно, жалко скотина. Но мне он и не нужен. Кстати, да, я там в видосе увидел, что у чувака... вот такой есть опиат. И он работает на альфа-чай. Но седатив, он работает... тоже. И вот тут уже сложно сказать, что легче создать, седатив или опиат. А, там все-таки токсин, это вот все. Ну, в общем, такое себе непонятная фигня, скажем так. Немножко безумное было начало, но и непонятный конец. Как я дошел до того, что я решил протомить Тера, кто ж меня знает. Ну, первый альфач, как ни крути. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.